Посмотри, проверь, переходи. Возьми ребенка за руку. Отвлекись от телефона. В Заречном появилась новая дорожная разметка. Ее нанесли юные зареченцы из летнего оздоровительного лагеря Дворца творчества детей и молодежи совместно с сотрудниками госавтоинспекции в рамках акции «Пешеходный переход». Акция направлена на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. А также дети хотят напомнить родителям о соблюдении правил перехода проезжей части. В связи с этим они наносят памятные надписи. Планируется, что новая разметка будет нанесена рядом со всеми образовательными учреждениями города. Юные зареченцы уверены, что предупреждающие надписи перед пешеходными переходами заставят горожан быть более внимательными. Мы считаем, что акция поможет, да, пройдет отлично. То, что дети будут отвлекаться от телефонов, когда выходят из школы или наоборот заходят. Вот, родители будут соблюдать правила дорожного движения, будут брать ребенка за руку. И все будет хорошо, все будут соблюдать правила. И никто не будет попадать в аварию. То, что мы не зря это все пишем. Правила дорожного движения необходимо соблюдать и водителям, и пешеходам. Особенно важно перед новым учебным годом напомнить о них детям. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».